Всем привет! Сегодня я расскажу вам про топ-3 лучших программ для работы с видео. Данный топ я составил на основе своих предпочтений, поэтому прошу вас быть объективным. Естественно, существует большое количество программ для работы с видео, но все их уместить в данный ролик я не мог, поэтому выбрал 3, которые, на мой взгляд, более легче и более качественнее других. На третьем месте программа для записи видео с экрана монитора, которая называется Camtasia Studio. Я пользуюсь данной программой ежедневно, записываю с помощью нее буквально все свои видеоуроки. Очень удобная и функциональная программа для тех, кто любит снимать скринкасты. Существуют также программы Fraps, но я думаю, что она больше подходит для съемки игр. Camtasia Studio же подходит для съемки программ и для съемки различных экранных действий. В данной программе существует возможность добавлять к видео различные элементы, такие как прямая речь, то есть значок, различные стрелочки, затемнение, затухание и так далее, увеличение и другие различные эффекты. Также после создания видео вы можете экспортировать его в один из популярных форматов, такие как FLV, MP4 и так далее. Второе место занимает программа, которая называется Sony Vegas Pro, у меня 10-я версия. Данная программа отлично монтирует видео. Я с помощью нее монтирую видео для своего лайв-канала, то есть просто снимаю видео на камеру, закидываю в Sony Vegas, режу вот на таймлайне и дальше экспортирую и закидываю на YouTube. Все очень-очень просто. Данная программа очень проста в использовании и освоить ее вы сможете буквально за 2-3 минуты. Все очень интуитивно понятно и все наглядно. Здесь у нас таймлайн, здесь у нас предпросмотр, здесь у нас панель проекта и так далее. Просто режете видео, убираете лишние куски, монтируете, экспортируете и пользуйтесь. Ну и наконец, первое место занимает программа, которая называется Adobe After Effects. Я без данной программы как без рук. Вот буквально все, что вы можете придумать, все можно реализовать в данной программе. В ней можно монтировать видео, в ней можно добавлять различные эффекты, взрывы, создавать заставки, добавлять титры, добавлять движущийся текст и так далее. В общем, все, что душе угодно, все можно сделать в этой программе. Если вы еще не работали в данной программе, то сразу скажу вам, что ее освоить... Начальный уровень освоить несложно. Естественно, какие-то углубленные такие знания по данной программе будут большинству людей недоступны. Но такие базовые, легкие вещи вполне можно освоить за несколько дней. На этом все. Подписывайтесь на мой канал. Пока.